поликлинике номер 3 городской больницы номер 1 имени Николая Ивановича Пирогова начал работу эндоскопический кабинет. За неделю профильные специалисты успели принять и обследовать около 50 пациентов, нуждающихся в диагностике желудочно-кишечного тракта. Как для поликлиники, событие в нашем городе абсолютно беспрецедентное, потому что в поликлинике открывается эндоскопический кабинет. Нигде больше в поликлиниках эндоскопических кабинетов нет. Вот. Поэтому как бы, в этом плане событие беспрецедентное. Тем более аппаратура, которая сюда поставлена, аппаратура достаточно высокого уровня. Я не скажу, что это прямо топ, но для поликлиники больше, чем достаточно. По словам заведующего отделением эндоскопии филиала номер 1 первой городской больницы Дениса Давыдова, подобные кабинеты, как правило, работают на базе стационаров. Однако туда пациенты попадают уже в сложных случаях. Диагностика в поликлинике с помощью высокоточного оборудования поможет выявлять в том числе онкологические заболевания на раннем этапе. Оборудование с высоким разрешением имеет различные спектры, узкие спектры, то есть позволяет слизистый и послизистый слой рассматривать. То есть на этапе буквально зарождающихся опухолей как бы это все время вовремя находить и принимать адекватные действия для того, чтобы у пациента сохранялось качество жизни, чтобы он был активен и предупреждал на будущее все эти как бы страшные болезни, которые там могут быть. Новый эндоскопический видеокомплекс позволяет выводить изображение на экран, а также увеличивать его масштаб для более детального изучения. Кроме того, с помощью эндоскопа во время процедуры можно провести биопсию слизистой, а затем отправить участок пораженной ткани для анализа. Всего по программе модернизации системы здравоохранения было закуплено 3 таких видеостойки. По словам Дениса Давыдова, стоимость каждой – около 10 миллионов 600 тысяч рублей. На одной из них уже проводят диагностику в портовой поликлинике, а две другие будут введены в эксплуатацию после расширения площадей эндоскопического отделения.